Всем здорово, всем привет, вы на канале Гамбита. Здорово, народ, вот, и у нас уже Эсканор, вот, уже в элиточке, ему специально накинул атак критующий сет. Да, типа, не самые лучшие, у меня центра немножко неправильные в плане крита, но все равно это 15% атака крит. Вот, СК-1.6 без шкафа, мы все еще продолжаем на нем играть, 16,8 тысяч атаки, вот, в атак крите. Мел хпдфный, гаутер хпдфный, и вообще, в принципе, мэрин хпдфный, все остальное вообще, в принципе, хпдфное. Вот, и даже линку Эсканора тоже в виде мела хпдфный, вот, потому что у меня Рокси слишком маленькая по БК для того, чтобы, ну, по ультимейту, для того, чтобы быть хорошим линком для Эсканора. Хотя, в принципе, я задумаюсь в этом плане. Потому что, возможно, как раз из-за отсутствия линка Рокси у Эски не так много урона, как бы я хотел, но мы все равно играем в атаке крите, и я добавил в плане линка немножко плотности для своего Эсканора, для того, чтобы он хотя бы как-то пытался выживать. Ну, это красиво. Давайте так, это просто красиво, вот. 427 тысяч БК, это не самая большая БК, которую вы увидите на этом канале в ближайшее время. А, король демонов. Ой, боже мой, слушайте, это весьма-весьма интересная противная пачка. Но я хочу, наверное, сделать вообще вот так, в начале. То есть мы сейчас поиграем, Вот, я не вижу смысла здесь ранхапать Эсканора прям сразу сходу, но голдовый его сингл-таргет я явно реализую. 410 тысяч в атаке крите. 336 тысяч от мела. Ну, то есть демеджа мало, но максимальный АЗ уже горит. Максимальный АЗ уже горит даже на 1.6. Вот, и сегодня я надеюсь на то, что мы так же самое, как и на стримчике вечером, вот, найдем всяких сильных эсканоров, особенно с хорошим ультимейтом, потому что против таких эсканоров, это гаутер? Это только шранхаб гаутера был? Он хпдфный был. Ладно, он без звезды истинной пробуды, но все равно. Чё за дэмэдж умело без всего? Так, значит, наша реализация. Делаем, наверное, так. Делаем так. Да, даже я не хочу. Я хочу вот так сделать. Потом сделать вот так, а потом вот так. Во! Скидыщ! 423 тысячи. Блин, король демонов не самый лучший таргет, на самом-то деле, для этой атаки. 414 тысяч. Ну и там Эстаросу. То есть идея первого хода, она хороша, в принципе, всегда. И да, мы, в принципе, пались против бота. Поэтому думаю, дальше смотреть, как то, как мы побеждаем четвертый слот. Даже не важно, кто там и был. А кто там был? Не, не та идея. Не та идея, погнали дальше. Нужно найти Эсканоров. Я вам покажу идею того, что даже от второго хода Эсканор может спокойно победить. Реально может спокойно победить. Вот. И да, это... Если что, я проиграю в этом матче, а не мой оппонент. Если он будет ходить вторым... Скорее всего, он будет ходить вторым. Вот. Но он выиграет. И я покажу сейчас почему. Просто это сжигание, это лютая тема. Так, скорее всего, мой Эсканор снова первый. Против 422 тысяч. И я надеюсь, он не сдастся. Я надеюсь, Джоус не сдастся. Вот, потому что у него... А, у него первый ультимейт, поэтому да, он сдастся. Короче, идея ультимейта. Идея ультимейта и сжигания. Это слишком лютая тема. Надо чекать ультимейта. Надо чекать ультимейта. Потому что на 1.6 сжигания нет от слова совсем. То есть 1.6 в плане второго хода, он реально мертвый. То есть нужен, вот у меня 1.6 эска, нужен первый ход. И то, если я вдруг сейчас в ПВПшкой встречусь с шестым либо пятым эсканором, скорее всего, процентов 70-80 того, что я проиграю этот матч. Банально просто, это настолько сильный сейчас эсканор. Мне нужно его убить в первом раунде, иначе от него слишком много проблем. Слишком много проблем. Так, у нас Лизи. Уровень ультимейта эсканора, тоже первый, вообще не страшно. Первые эсканоры вообще меня не пугают. Абсолютно не пугают. Меня пугают больше именно вот как раз пятые, шестые. И да, тут вроде бы как и та же самая эскаляция, что было у предыдущего светлого эсканора. Тоже есть зависимость от ультимейта. Вот, только здесь она влияет... Блин. Знаете, в чем самый прикол? Помимо 80% игнорирования обороны, потому что я сейчас игнорирую только 30% на своем 1.6. Вот, вот это сжигание, оно активируется как раз по смерти. То есть у нас Эсканор играется со смертью. Он чисто, знаете, он ходит по острию ножа. И чем больше у него ультимейт, чем сильнее ваш Эсканор, тем больше аута у вас для отыгрыша. Потому что мне нужно убивать вражеского Эсканора в первом раунде. Иначе мне будет плохо. А что с гаутером? Может, гаутера подменили? Он не живет сейчас от слова совсем. Ну, это плотная фестивальная пачка, но она не живет от слова совсем. Кажется, мне нужно переходить уже куда-то в разряд людей. Наверное, как-то так. Так, меня больше всего пугает именно мел, поэтому демош в мела.
Ну, это снова, типа, мы попались на Лизи бота. Вот, и да, если бы я бы попался против Эсканора, у которого был бы больше БК, а это, в принципе, реально встретить Эсканора, у которого больше БК, чем у меня. Вот, то, блин, Габелла. Просто банально Габелла, ни больше, ни меньше. Мы практически Мерин добили. Ультимейт! Ну ладно, Гаутер умеет истощать шкалу суперприема, поэтому здесь, да, здесь немножко обидненько. Вот, хорошо, он собирает свой ультимейт, он снимает с себя истощение. Боже, какая же бесячая карта. Какой же Гаутер бесячий. Но он как-то слишком быстро... Но именно мой Гаутер слишком быстро разваливается. И, кстати, Эска потерял только что половину своего ЗЭ чисто от Гаутера, который вроде бы как не особо должен дамажить. Так, делаем так, так, так. Можно было АУЕшку скинуть, но типа смысл. Мы скорее всего все равно добили 272 тысячи раз. Мерин в этот раз уже не пережила. 15% базовых характеристик, а Гаутер умирает с тычка. Это, знаете, это мне навевает воспоминания типа Сатору Годжа и Щелчок. 433 тысячи L9 с Last Dance. Линктюра? Подождите. Линктюра? А в курсе, что Эсканор это как бы человека неизвестный? Я не знаю, может, L9 не шарит, но Эсканор это же человек, а не неизвестный. Типа в этом идея. Он, походу, не чекнул ультимейт моего Эсканора. Но сейчас посмотрим на его рассказ. Да, он скидывает 3 атаки для ранхапа. В принципе, резонно. В принципе, очень резонно. Не, если 1-6, идейно, у меня еще шанс на победу есть. Шанс на победу еще есть, они не нулевые. Они не нулевые, Эска, выживи. Странный рассказ карт, ну да ладно. Ультимейт Эсканора оппонента. А ну давай, давай, удиви своим ультимейтом, удиви своим ультимейтом. Первый ультимейт, а я тебя вообще не боюсь, да, у тебя больше бока. Но давай это, давайте будем честны и объективны. Ты очень плохо отыграл первое начало, прям убер плохое, с учетом того, что у него первый ход. Ты увидел ультимейт моего Эсканора, зачем тебе какие-то ранхапы? Хотя ладно, может из-за ранхапов он выиграет. 502 тысячи немножко хила. И сингл тариф второго левела. Доп дэмэдж, бро. Доп дэмэдж есть. Сожжение готово. Ладно, сожжение получил мой оппонент, но я сейчас фуловый. И L9 делает, ну, реально крайне критическую ошибку. Если ты видишь первый ультимейт, в принципе, если ты видишь Эсканора в команде фестивалей, знайте, что Эсканор в команде фестивалей на данный момент является вин-кондишеном. Мел может попробовать, он может сделать вот так вот Гаутеру и забрать его, но вопрос мела на мела, дебаф на дебафы, кто первый откроет Мерлин, то есть такого формата, ладно, скорее всего сейчас мне будет плохо и больно. Да вроде не особо. Это первая темная энергия. Это вторая темная энергия, это Эсканору немножечко все равно. Немножко, самую малость, но все равно так. Я предлагаю за локоть Эсканора по возможности, но при этом прохилить максимальное АЗ, да? L9, который ходил первый. На том же самом Эсканоре, которым играю я. БК-пачка была лучше, но он допустил одну маленькую ошибку в том плане, что он не добил моего Эску. А надо было. Это прям очень критичная и грубая ошибка от моего оппонента. Надо добивать. Если видите 1-6 Эсканор, знайте, что если вы его добьете, вам будет практически ничего. То, что Гаутер сингл-таргетом смелым получит вот этот доп-дэмэдж от типа 30% от максимально увеличенного АЗ оппонента, это, конечно, крутая тема. Но, блин, я хочу встретить 6-го. Но, скорее всего, тоже не 6-й. Он нам сдался. Блин, я снова в пред ушел. Так, надо сейчас сдаваться. Я не хочу уходить в пред полноценно. Во. Потому что в прете, ну, скажем так, больше счастья, если встречаешь реальных игроков, то они либо там тестят какую-то интересную команду, либо же Б просто формят коины по фестивалей. Вот, потому что в прете больше ничем заниматься особо и не получается, как бы. Вот, если хочешь поиграть, идешь в обычку, потому что там меньше гемора в плане экипы. Так. Он быстрее сдался. Так, я не согласен, я не хочу уходить в претензии. Мои оппоненты специально вытаскивают в прет. Алло, ребят, я не хочу в прет, надо быстро сдаваться. Ладно, давайте я 2 боя сдамся, вот, и потом продолжим. Ну что же, у меня получилось пару раз сдаться против моего оппонента и... 330, серьезно. Мне попадались челы интересные, реально интересные, под видосик, все остальное. Мелбан, старая фестивальная пачка, то я просто буду выдавать дэмэдж в...
Мело? Ну да, я вообще ничего не боюсь. То есть ранхаб сюда и, например, вот так вот две карты. Все. То есть здесь у меня все просто. Старая фестивальная пачка это мел. С учетом того, что я вставляю бана оппонента в формации, пускай он ранхапает карты мелу. Он умеет это делать, поэтому пускай ранхапает карты мелу. Моему мелу. Вот, хотя и мел особо не боюсь его к формации. 370 тысяч, боже. Эска, остановись! 555 тысяч, и того там чуть было бан не отлетел. Во, блин. Надо делать именно... Ну, это, скажем так, это демо-версия моего Эсканора, потому что он без внешки. Вот, очень тяжело разгонять демедж Эсканора без внешки. Вот, потому что там много, реально много. Статов, сабстатов, Малой, которая проходит на фоне. Вот, можете передавать в комментариях. Привет, Малой. Вот, Малая, привет. Ну, типа все. О, голда! Дайте, наверное, в Гаутера вот так выдадим голду. И, например, сюда синглтарит, если вдруг топ-демедж не уйдет в бана. Голда! Сюда! Эсканор! Давай! 507 тысяч. Ну, а так крите, кстати. Да, мы добили бана. 760 тысяч. Но как-то маловато дамага. Знаете, вроде бы как прикольно с одной стороны, с другой стороны прям, ну... Блин, реально маловато дамага. Там был бан. 15% связанных с характеристик. То есть, доп. Увеличенная максимальная АЗ. Мерин 15, Гаутер 15. Да блин, там столько увеличенного максимального АЗ, что страшно. Почему мы не пробиваем? Ладно. Это бот, а то сейчас опять реальные игроки пойдут. Начнут мне сразу сдаваться, я начну их красиво побеждать. В этом видео нет моих поражений. Это проблемно. Это проблемно. Скорее всего, есть такой маленький шанс, что шестые Эсканоры уже... ушли в претенденты, и они просто уже не играют. Поэтому тяжело будет с ними столкнуться сейчас в реальном ПВП. Но, блин, шестые Эсканоры, пятые, шестые Эсканоры. Это настолько страшная машина, я вам покажу в дальнейшем. Я вам реально в дальнейшем покажу, насколько это страшная махина. Я вчера проигрывал таким ребятам. Так, Каруга. Я проиграю сейчас этому молодому, чекайте. Я делаю так. Я Фиторию не заберу. Я уже пробовал забирать Фиторию сходу. Вот, вроде даже по атрибуту, но я не могу забрать Фиторию. Надо было Фила забирать. А, там первый Эсканор вообще. Я заботился на... Я заботился на первого Эсканора, да. Давай, 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 do damage. Боже, там шестой... Это suicide команда. Я... Это подожди, это что? Это реально суисайд команда? Шестой Эсканор у нас теперь с... Я никогда не думал о таком. Я просто хотел показать вам сгорание, но у меня не получилось показать сгорание. Потому что молодой выжил. Так, я только что немножечко... Очень плохо отыграл. Я только что немножко очень плохо отыграл. Ладно, я хочу вам все равно показать то, что произойдет с моей командой. То есть давайте сделаем как-то так, сделаем как-то так. Сделаем как-то так. То есть я эску попробую сохранить. То есть сейчас я буду пробовать сохранить исключительно Эсканура. Потому что я могу снять с него дебаф. То есть в этом, и еще, кстати, очень прикольная тема, что можно обыгрывать шестого Эсканура тем, что мы будем снимать это сжигание. Теперь смотрите на моем АЗ. Да, мы-то побеждаем, как бы, но теперь смотрите на АЗ... Ладно, он сдался. Он просто сдался. Я выиграл его. Блин, я не знаю, Эсканор как фра... Чё? Самый сильный герой в игре, он как Фраудрин? Я не понял, но эта команда только что была максимально прикольная, мне понравилось. Вот, не получилось показать вам сжигание там 50% максимального оставшегося АЗ, но если мы ходим первый, убиваем Эсканора, это 50% нашего максимального АЗ, мы теряем. Оппоненту остается добить нас совсем чуть-чуть. Кстати, команда людей с баном. Это, кстати, очень хорошая тема, то, что бан. Уровень ультимейта Эсканора. Очень важный момент. Третий. Ладно, третий не так критично. Я думаю, мы переживем. Кстати, Артур весьма неплохо настакает нас в плане АЗ-шки. Мел без истинной силы. Может, стоило нормальный рассказ выдавать, а не вот такого формата? Но Эска опасна в команде. Давай, доп дэмэдж. Не хватило. Надо было бить без дэмэдж капа, наверное.
Ладно, у нас АОЕшка есть, у нас голдовая АОЕшка есть, у нас будут, получается, две АОЕшки. Это прикольно, кстати. Ладно, посмотрим, как будет Эван сейчас отыгрывать. А я сейчас плохо отыграл, надо было Артура забирать просто. И оставлять Эсканора, пускай Эсканор остается в команде оппонента. Ничего себе дэмэдж! 50% максимального АЗ снял. Это минус Эска. Это полноценный минус Эска. И у него проблема в том, что у него был мерч. Самое проблемное, был мерч. Да, дэмэджа маловато от бана. Но вот если бы Эсканора мы, у нас получилось бы добить. Если бы получилось добить Эсканора. Хорошо, у нас два арба. Не, не получится сделать по-красивому. К сожалению, сделать по-красивому у нас не получается. Эску не добрали. Боже, какая же команда людей плотная получилась. 6 бы справился. Давайте так, 6-й. Мел бы справился с этой задачей. Мы даже бана не добили. Мы получили только сейчас все творение с того, что он смог забрать Эску. Блин, какая же плотная команда с Хаос Артуром. Вот прям реально плотная. Надо было не ранхапать. Кстати, я пережил. Но ненадолго я пережил. Да-да-да, вот, давай, дэмэдж. Это все? Артур больнее бьет. Артур больнее бьет. Блин, мне не шестой, не шестой. Ладно, мы проиграли этот матч. Блин, команда людей на самом деле смотрится интересно. С баном. Ладно, надо будет попробовать. Мне не нравится бан сам по себе. Мне не нравится бан из-за того, что он ранхапает мело все-таки. Но дэмэдж, который он выдал у меня только что, был хорош. Сероглаза, Фокс Райс! Видосики сюда! Так, на Фумич есть. Эску будем игнорировать или нет? Я не уверен, насколько я хочу поигнорировать Эску Сероглазого. Третий. Опасно, но тут на Фуме. Ладно, давайте сыграем вот так, вот так, вот так. Он не будет меня дебафать. Сероглазов, давай, вот не дебафай меня, давай. Никого дебаф Артура, никого дебафа на Афуме. Давай, 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 давай. Ладно, я, в принципе, подвел себе стоп победы. Я себе подвел стоп победы в плане убийства Артура. Но проблема в том, что Эсканор все еще остается в формации. Стойка, да. Топ дэмэдж. Не, ну кстати, у предыдущего чела было больше вроде дамага. И хватает или не хватает? Хватило, боже. Ладно, я разваливаюсь, там фуловый эска. У меня еще проблема Артур. У меня еще проблема... Он не дебафал мне, у меня мел ничего сейчас не сделает. Ну то есть, ну у меня есть вот такой аут. Идейно. Две голдовые карты мела. Это все, что я сейчас могу себе позволить реализовать. Идейно я должен добить Артура. На Афуме это только ревайв. На Афуме это только ревайв. Плюс он весьма неплохо отхилил хп после дамага. Окей, ладно. Я смог забрать Артура. Давай, давай! Сероглазу, машина! Давай, машина на машину! Лис! 15% доп максимального З. Угу. А если у него нет карт эски, скорее всего, я победил. У него, похоже, стойки даже нет. Ладно, у него ауешка. А ауешки я не сильно боюсь, я боюсь больше сингл-таргета. Да, он хотел голдовую стойку поставить. Ой, зря, зря, нельзя! Нельзя! Нельзя, нельзя меня дебафать! Истинная сила, все дела, все, домой! Домой. Сероглазого, немножко! Немножко не хватило, но просто тебе синглтаргет не зашел. Зайди синглтаргет, все, мел был бы. Мел бы отправился домой. Два ляма урона. Истинная сила. Да, он надеялся через наупоми сыграть, но лиска. Проблема формации. Проблема формации в том, что тут очень важную роль играет четвертый слот. Новая легенда, она увеличит максимальную цену, но никак не играет с обороной. То есть наупоми, даже при стакнутом наупоми, дамажит только ультимейт. Все, больше ничего у нее не дамажит. В этом самая большая проблема. Вот. Блин, какой хороший бой, какой хороший... ну, комментарий, понятное дело, и, блин, я победил. Вот, все. Давай, Сериал, себе стримбосс. Все. Я одолел тебя, все, в видосе.
Было, было. И тверсишь, докажешь. Тверсишь, докажешь, такого не было. Одолел. Ну, блин, ладно, не тем особо хвастаюсь, но все равно. Я одолел из-за того, что не зашел сингл-таргет у моего оппонента. Зайди сингл-таргет, я отправлялся бы домой. Я отправлялся бы домой. Я даже не посмотрел, какой уровень ультимейта у Эсконора, моего оппонента. Потому что это крайне важная фишка. Потому что я должен забирать Эсконора оппонента, либо он заберет меня. И как бы видели, дамага там много. Дамага там реально много. Кит обижает сероглазого своего донатера на видосике. Да! Я уверен, это сейчас во всех пабликах будет. Давай, следующий бой. Бикейс. Бикейс с гильдии Гримлок. Чем третий? Ну, кстати, сейчас проверим, насколько хорош третий ультимейт. То есть я говорил, что третий ультимейт, в принципе, играбельный на Эсконоре. Идина сейчас должен добить Эсконора. В идеале не только добить, но еще и сгореть немножко. Да, хватает дамага. Должно хватить дамага. Должно хватить доп-дэмэджа. Да, хватает доп-дэмэджа, я сгораю. Вот, видите, сколько хп... И оно не восстанавливается. Оно не восстанавливается. Да, там, скорее всего, не было никаких затаров под АОЕшки, но просто ранхап мелой 2 АОЕшки при шестому Эсконоре и добива шестого Эсконора Дина должно хватить для выигрыша, для победы. Вот, но опять-таки это надо протестировать. Вот это сжигание, оно бесячее. Оно чертовски бесячее. Особенно на 5-6. Особенно на 5-6, да, к сожалению, мой оппонент не попробовал реализовать дэмэдж потенциал, но, возможно, у него был просто очень плохой кардров. Вот, поэтому есть, смотри, если у вас хороший ультимейт на Эсконоре, вдруг накрутился, и если вам быстро убивает Эсконора, не переживайте, у вас есть аут для камбэка. А есть аут для камбэка. Та ну не! Та ну не! Дайте мне последний матч, последний махач! Хаюри ходит, прикольно. Ну, клабовый эффект забавно. У меня тоже герой-представитель сейчас Шалти. Она просто очень милашка. Она вампирша-милашка, поэтому... Блин, клаба — это обалденные именно, знаете, герои-представители. Вот, особенно на костах. Особенно те, кто может это позволить. Ластовый матч в этом видосе. А то и так я уже немножко затянул. 409 тысяч БК. Йот, ну, скорее всего, не один, не шестой. Скорее всего, не шестой. Линктар мы в меле. Да, 1-6, поэтому здесь, увы и ах, у нас стандартный отыгрыш. 1-6 не боюсь от слова совсем. 2-6 не боюсь от слова совсем. 3-6 немножко опасненько. 4, особенно 5-6, 6-6 я боюсь. 3. Жаль, конечно, что мы не встретили никого с шестым ультимейтом. 500 тысяч дэмэджа раз. И как удержи удар, иначе зараки тебя найдет. 226 тысяч и да, сжигание. Полнейшая доминация. Полнейшая доминация. Вот такая карта зайди. Ой, боже, она еще даже в двойной копии зашла. Вот такая карта зайди сероглазову, я бы проиграл тогда. Банально и просто. Я не шучу. Оно, к сожалению, так, но работает. Сжигание на эске тоже не особо критично, не особо страшно. Вот, именно дэмэдж двух АОЕшек. Ну ладно. В принципе, я думаю, он бы мне мело продавил. Вот, возможно, Гаутера бы продавил. Просто у меня остался бы один эска в формации. Что, давайте сделаем так. Сделаем так. И сделаем так. Хотя там линктармы, надо было прям серьезно выдавать дэмэдж умело, но я верю в своего Эсконора. Давай, второго левела карта, 419 тысяч. Блин, вроде как дамаг выходит. Именно в процентаже дамаг классный выходит, минус Гаутер, да. Это просто победа величайшего. Итак, непобедимый Эсконор остался в этом видео немножко непобедимым. Да, я один махач проиграл против команды Артура. Вторую пачку я взял таки. Короче, интересно, надо прочекать команду Артура поиграть. Фестивальная пачка смотрится взрывно. Вот, но есть маленькие проблемы в виде Гаутера, который так вот отлетает от щелчка. Возможно, проблема моего Гаутера. Там хороший сет, но нет фулового шкафа. Но это моя конста как бы. Вот, нужно проверить команду людей,
с Хаос Артура в нескольких вариациях, опять-таки. Вот, и надо посмотреть, как это все дело будет работать. Но пока на этом все. Надеюсь, видос вам понравился, вы подписались, поставили лайк этому видосику, написали свой комментарий, как вам идея вот этих вот эсканоров, и какой команде вы бы хотели увидеть, например, эсканора в следующем видео. То есть такого формата. Вы пишите, я почитаю комментарии, может что-нибудь интересное, да, и соберется. Но пока на этом все. Спасибо за внимание, и до скорого, народ. Увидимся в следующем видосике, ну, либо же на стримчике заходить, там тоже весело. До скорого, увидимся.